Здравствуйте, мои хорошие! Как всегда, рад приветствовать вас на канале Гороскоп. Сегодня у нас прогноз на 27 июня 2020 года. Я желаю вам приятного просмотра. Поехали! Овен. Сегодня овнам надо быть готовым к критичному повороту в общении с давними партнерами и клиентами, с начальством, иностранцами, представителями закона. В новых контактах стоит опасаться проблем из-за прошлого. Это не самое лучшее время для продолжения переговоров, реанимации отношений, попытки уладить разногласия в судебном порядке. Самое безопасное решение – это затаиться, отсидеться за кулисами событий. Любовный гороскоп для овна. Овны. Не надо бросаться обещаниями, особенно в том случае, если вы не уверены, что выполните их. Одинокие овны рискуют собственными руками разрушить возможности обретения своего счастья. Для того, чтобы этого не случилось, им стоит не допускать неосторожных высказываний. Гороскоп карьеры и финансов для овна. Сегодня у овнов удачный день для инженерно-технических работников, изобретателей и рационализаторов. Вы сможете быстро разобраться в технических тонкостях и устранить любую неполадку, связанную с вашей профессией. Также это хорошее время для приобретения новых навыков в работе. Отношения с коллегами и подчиненными складываться будут конструктивно. Телец. Сегодня тельцам вредно принимать близко к сердцу чужие проблемы. Не лучшее время для косметических и медицинских процедур. Возрастает риск побочных последствий. Не стоит искать работу и предлагать услуги. Возможны проблемы с питомцами. Вечер может быть отмечен новостью, вынужденным отказом, предложением или консультацией, серьезным разговором с партнером, начальником, родственником или клиентом. Любовный гороскоп для тельца. Поведение тельцов может отличаться несвойственной им резкостью и несдержанностью, и даже испытав раскаяние, вам может быть сложно исправить ситуацию, когда в отношениях уже появилась огромная трещина. Одинокие стрельцы в этот день могут расширить круг своего общения. Гороскоп карьеры и финансов для тельца. Тельцам необходимо быть внимательнее к внешним обстоятельствам и окружающим вас людей. В этот день благоприятно пойдут дела у работников сферы услуг, находящихся в непосредственном контакте с клиентами. Особенно преуспеют те, кто оказывает услуги, призванные сделать жизнь людей приятнее и красивее. Не бойтесь браться за новые дела. У вас обязательно все получится. Близнецы. Основная часть этого дня для близнецов нейтральна, но многие близнецы будут с самого утра находиться под властью растущих негативных предчувствий. День закончится появлением каких-то неприятных обязанностей или временных ограничений. Могут напомнить о себе хронические недомогания, рутинные служебные и бытовые заботы, также незавершенные дела или долги. Возможно, осложнения у ваших коллег и подопечных. Любовный гороскоп для близнецов. Близнецы могут проявить признаки раздражения и недовольства, при этом они сами, скорее всего, не понимают, что их вызвало. Постепенно острые углы сгладятся, но для этого надо постараться. Одиноких близнецов будет отличать некоторая экстравагантность. Гороскоп карьеры и финансов для близнецов. Близнецы способны проявить основательность в работе. Если ваша работа имеет отношение к недвижимости, строительству, жилищно-коммунальному или сельскому хозяйству, то можете рассчитывать на успех в делах. Подходите к своему делу с методичностью и старайтесь рациональнее использовать свое рабочее время. Не оставляйте дела в долгий ящик. Обязательно доведите дела до завершения. Рак. Сегодня ракам и их окружению станет труднее сохранять баланс интересов. Звезды советуют вам не поддаваться на провокации и не находиться подолгу в местах, где вы потенциально уязвимы. Если прессинг поджидает вас в собственном доме или офисе, имеет смысл на время покинуть насиженное место. Вечер может ознаменоваться разговором на неожиданную и неприятную тему, которая касается не только вас. Любовный гороскоп для рака. Сегодня для раков главная задача – совладать с напряженным душевным состоянием и не испортить отношения с объектом своей симпатии. Постарайтесь контролировать вспыльчивость и не упрямьтесь по пустякам. Одинокие раки, если кто-то симпатичен вам или интересует вас, предложите свое общество. Гороскоп карьеры и финансов для рака. Раки смогут использовать свои усилившиеся интеллектуальные способности в полной мере. У торговцев и посредников этот день складывается весьма динамично. Ваши товары и услуги будут пользоваться высоким покупательским спросом, поэтому можно делать оптовые закупки, наращивая обороты торговли. Во второй половине дня благоприятное время для деловых встреч. Лев.
Сегодня львам нелегко получать удовольствие от общения, мероприятий, прогулок или поездок. Над любой ситуацией нависнет роковая тень, которую вам и окружающим не удастся проигнорировать. Поздний вечер может принести вам домашние, профессиональные или другие ограничения. Будьте готовы серьезно поговорить со своими домочадцами, с другом, начальником, клиентом или партнером, задуматься над новостями. Любовный гороскоп для льва. Одиноким львам может поступить предложение, которое может перевернуть всю их жизнь. Львы, связанные обязательствами, могут ощутить потребность начать новый образ жизни. Первый шаг в этом направлении, который вы можете обдумывать, это разрыв существующего любовного союза. Гороскоп карьеры и финансов для льва. Сегодня у львов благоприятный день для получения доходов за счет использования ресурса недвижимой собственности. Хорошо поработают строители, коммунальщики, риэлторы, архитекторы и работники дорожных служб. Обязательно доведите до полного завершения начатые дела. Также это хороший день для подготовки финансовых отчетов. Девы. Сегодня девам не стоит тратить много денег, любые вложения будут невыгодны. Возрастает риск увеличения сопутствующих расходов, налогов и сборов. Небезопасно покупать вещи с рук и бывшие в употреблении. Не стоит открывать и переоформлять счета. В конце дня вам придется скорректировать свои планы согласно последним новостям, особенно если они касаются ваших друзей, здоровья, питомцев или работы. Любовный гороскоп для девы. В течение этого дня для дев будет складываться не слишком благоприятный эмоциональный фон. Постарайтесь не утрачивать самоконтроль в общении с пассией. Одиноким девам звезды советуют посвятить день легкому, ни к чему не обязывающему общению. Гороскоп карьеры и финансов для дев. Сегодня многое будет зависеть от личной активности и инициативы дев. Наиболее успешное направление деятельности связано с установлением деловых контактов, развитием сотрудничества, обмена товарами или информацией. Хорошо подходят поездки и деловые свидания на этот день. При этом важно, чтобы инициатива для контактов и знакомств исходила именно от вас. Весы. Сегодня весы могут всюду рассчитывать на удачу, но при одном условии – не отступать от своей природной миссии и во всем знать меру. Если вы скромны в запросах, все нужное придет и приплывет к вам в руки само, а ваше обаяние откроет перед этим вам все двери. Не стоит требовать себе дополнительных прав, благ и льгот. В том числе повторно, цена удачи будет высоковата. Лучше не заниматься расширением своих владений. Любовный гороскоп для весов. Весам будет непросто понять, что именно заставляет любимого человека буквально вспыхивать от ревности. Одинокие весы попадут в центр внимания привлекательного человека, однако вначале интерес к вам может носить сугубо деловой характер, и только позже между вами вспыхнет искра романтического притяжения. Гороскоп карьеры и финансов для весов. Сегодня у весов благоприятный день для поисков новых вариантов для закупки и продажи товаров. Маркетинговые исследования рынков будут весьма плодотворными, и вы сможете найти то, что искали. Ускоряется товарно-денежный оборот. Вместе с тем, сейчас вы можете оказаться в ситуации, когда ваша свобода поведения будет ограничена. Скорпион. Сегодня скорпионам выгоднее дипломатично держаться в тени. Например, следить за переговорами, не вступая в них лично. День подходит для поиска информации юридического характера, а также изучения советов в сфере этики, моды, дизайна, отношений, косметологии, социальной психологии. Возможно, вам поможет чье-то персональное мнение и личный опыт, подсказка со стороны или отзыв от свидетеля событий. Любовный гороскоп для скорпиона. Одинокие скорпионы в поисках своего счастья готовы преодолеть любые препятствия и одолеть соперников. Сегодня у вас серьезные шансы наладить личную жизнь. Скорпионы, находящиеся в паре, могут столкнуться с проблемой пересудов и косых взглядов. Гороскоп карьеры и финансов для скорпиона. Сегодня у скорпионов неблагоприятный день для участия в собраниях, совещаниях, планерках и любых иных коллективных мероприятиях, где решение принимается путем голосования. Будьте готовы к неожиданностям, типа технических сбоев, задержки поступления финансовых платежей, ну и что-то типа того прочее. Не исключено, что вам придется в оперативном порядке вносить коррективы в свои планы.
Стрелец. Стрельцы сегодня могут рассчитывать на приятное развитие событий, на хорошую компанию и симпатичных собеседников. Удачный момент для попытки восстановить отношения, при условии, что вы не наступаете на чужие больные мозоли и не бредите попутно свои собственные раны. Вам может передаться ностальгия партнера. Не стоит в порыве чувств обещать золотые горы, если вы не готовы сдержать свое слово. Любовный гороскоп для Стрельца. Если вы с самого утра чувствуете, что уже дошли до точки кипения, отвлекитесь и направьте свою энергию в конструктивное русло. В лице нового знакомого одинокие скорпионы могут обрести не только страстного возлюбленного, но и влиятельного покровителя. Гороскоп карьеры и финансов для Стрельца. Чтобы добиться поставленной цели, типичным стрельцам сегодня не следует торопиться и идти напролом. Излишне прямолинейная тактика может привести вас к результату, обратному тому, что вы ожидаете. Старайтесь внимательнее прислушиваться к тому, что говорят клиенты и деловые партнеры. Вы добьетесь успеха только при чтении не только своих интересов, но и интересов других людей. Козерог. Сегодня звезды советуют козерогам поддерживать общение, но не продавливать свои планы и взгляды. Успех зависит от дипломатичности, готовности согласиться или уступить. Вы не в ответе за намерения собеседника, но в ваших силах хотя бы не провоцировать его. Желательно держаться этой тактики в диалоге с партнерами, родней, клиентами, а также начальством. Хорошо обсуждать тонкости дизайна, права и этики. Любовный гороскоп для Козерога. Одинокие Козероги сегодня будут максимально уверены в своих силах. Сохраняйте свою индивидуальность, не подстраивайтесь под ожидания потенциального избранника. Козерогам, состоящим в паре, стоит более тщательно согласовывать свои планы с намерениями любимого человека. Гороскоп карьеры и финансов для Козерога. Сегодня звезды советуют Козерогам делать ставку на дружную работу с коллегами по трудовому коллективу. Только в ходе конструктивного сотрудничества с ними вы сможете добиться впечатляющих результатов. Вместе с тем, это не лучший день для тех, кто сегодня оказался в командировке или работает вахтовым методом. Старайтесь не нарушать дисциплину труда. Водолей. Водолеи могут использовать этот день для возврата былой симпатии или роста популярности в творческой сфере. Найдутся хорошие стороны в общении с иностранцами. Неприятное останется за кадром. Но списывать со счетов тайные подводные камни еще рано. Живы идеологические, культурные или иные разногласия. Лучше не выходить за те пределы, которые подсказывает вам план, закон, опыт или здравый смысл. Любовный гороскоп для Водолея. Возможно, в воображении Водолея рисовали идеальную картинку отношений, а реальное положение дел заставило их разочароваться. Одинокие Водолеи сегодня могут удивительным образом оказаться в нужном месте в нужное время. Этим стоит воспользоваться, если вы планируете серьезные долгосрочные отношения. Гороскоп карьеры и финансов для Водолея. Сегодня типичным Водолеем может представиться удачный шанс на получение неплохого дохода путем финансовых спекуляций. Например, торговцы могут купить оптом партию товара по выгодной цене и быстро реализовать ее в дальнейшем. Неплохой день для обмена валюты. Кроме того, воздержитесь от покупок в кредит. Рыбы. Для рыб вплоть до ночи остается важным чувство меры, а также уважение к закону или к воле других людей. Ваши собственные чувства не являются сегодня решающим аргументом. Важно не нарушить обозначение границы, согласовать свои личные планы с общими, найти точки пересечения интересов, ознакомиться с мнением партнера, клиента, контрагента, члена семьи или другого равноправного участника событий. Любовный гороскоп для рыб. Свободные рыбы, бойтесь своих желаний. То, о ком вы так долго мечтали, может в этот день оказаться у ваших ног. Однако, если ваш выбор окажется неправильным, вы можете оказаться в весьма неприятном положении дел. Рыбы, состоящие в стабильных отношениях, могут быть довольно уязвимы. Гороскоп карьеры и финансов для рыб. Сегодня у рыб не самый лучший день для ведения переговоров и подписания юридически обязывающих документов. А если придется подписывать, то внимательно вычитывайте документы. Это поможет вам отыскать и исправить ошибки. Прежде чем начинать что-то новое, сначала необходимо довести до полного завершения то, что у вас остается недоделанным. Вот и весь прогноз, дорогие друзья. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам отличного дня и прекрасного настроения. Успехов вам в ваших начинаниях. До новых встреч. Пока-пока.